Первая игра, которую мы представляем в ее рамках, называется «Геркулес». Доигрались-таки, появился все-таки «Геркулес» и на 16-битной платформе. Это, конечно, не копия стейшновской версии, но почему-то, тем не менее, игру назвали «Геркулес 2». То есть на Денди скоро появится «Геркулес 3». Ждем. Стоит поклониться в колени Луналикуму Хо Сун Пану, богу всех китайских программистов. Он сделал нам поистине божественный подарок. Но если серьезно, то «Геркулес» предназначен именно для пользователей Sega, которым недоступна PlayStation. Однако одна вещь меня очень насторожила. При каждом движении наш супергерой тяжко вздыхает. Это особенно заметно при прыжках и карабкании на стенку. Такое ощущение, что это не супергерой, а так просто себе мужчина. Ну и напоследок, заранее предупреждаем, что в этой игре вам почти нечего делать, если вы не смотрели одноименный мультфильм. А теперь мы переходим к следующей игре под названием Mr. Nuts. В переводе это означает «Мистер Орех». Главный герой игры — бельчонок в кепочке. Он совершенно не похож на белку камикадзе Zero из одноименной игры, однако вооружен не хуже. У него два вида атаки — прыжок на врага и убиение его с помощью ореха. На первом уровне вы путешествуете по лесу. Вашими врагами здесь будут яблоки, гуляющие по полянкам, одуревшие пчелы, гуляющие там же, пауки и другая живность, не подвергающаяся описанию и занесению в Красную книгу. Таких редких животных в игре вы встретите в избытке. Вообще игра сделана в ненавязчивом стиле, графика и звук очень приятны, но не думайте, что это игра для детсадовского возраста. Я уверен, каждый геймер найдет в ней что-то для себя. Особенно эта игра рекомендуется тем, кто устал от крови Ultimate Mortal Kombat. Ну и последняя на сегодня игра в нашей рубрике Sega. Называется она Generation Last. Я уверен, что ваши первые ассоциации при включении этой игры будут, например, такими. Это же флешбэк! Нет, господа геймеры, от флешбэка остались лишь основная идея, то есть построение уровней и поиски, бесконечные поиски неизвестно чего. Судя по названию игры, требуется от вас найти потерянные поколения. А где их искать? В джунглях? Вот где. Куда вы, собственно, и попадаете на первом уровне. Но не надейтесь, вдоволь призвиться, представив себя на месте Маугли, вы не сможете. Я думаю, воспрепятствуют добрые дяди с гранатами вкупе со здоровенными бабочками размерами с чайку и другие антиобщественные элементы. Кстати, о главном герое. Это просто такой крутой стиляга в сине-желтом костюме. Он вооружен лазерным мечом на манер Дарта Вейдера, пушкой великого калибра, но самое главное его достояние — энергетическая веревка. С помощью ее герой может цепляться за любые выступы и платформы и парить на манер Бэтмена, или Тарзана, или, наконец, Маугли. В любом случае, помните, что главная опасность в игре — это вода. По крайней мере, для вашего персонажа. Он весь с ног до головы нашпигован электричеством, так что если вы попадете в воду, вас так замкнет, что мало не покажется.